Раскрыть таланты, способности и профессиональный потенциал важно еще в средней школе, чтобы правильно двигаться дальше. С этой целью по всей России стартовал проект «Виртуальная столица профессии «Профиград». Подросток, желающий стать участником проекта, может оказаться на месте врача, инженера или учителя, тем самым внести свой вклад в претворение «Профиграда» в передовой город России. Ученики могут не только пройти диагностики, узнать о себе очень много нового, они могут примерить на себя профессии, попробовать себя в той или иной профессии и получить очень подробные рекомендации, кем ты можешь быть. Каждую неделю в «Профиграде» проходят новые задачи для жителей в форматах игр, тестов, опросов и виртуальных профессиональных проб. Работают ученики на цифровой платформе, где у каждого есть личный кабинет. Несмотря на простую игровую форму, результаты могут быть неожиданными. Многие ученики после теста смогли на себя посмотреть по-новому. В детстве я хотела стать юристом, и результаты теста меня удивили, поскольку некоторые мои родные говорили, что я не умею организовывать свое время, но тест показал, что я умею организовать свое время и распоряжаться правильно своим временем. Проект запущен в рамках федерального профориентационного проекта «Билет в будущее», реализованного по нацпроекту «Образование». Юлия Руднева, Даниил Сурков, Улправда ТВ.